Никто угадает, где мы идем. Никто не угадал, мы идем под гаражами. Я просто не знаю, как это объяснить. Это намыв, если что. Там намыв, а вот там лиски. Там мало кто знает вообще об этом месте. Короче, вот такие вот дела. Ну, выглядит, в принципе, прикольно. Короче, мы идем шляться. Гулянием это не назовешь, в принципе. Я буду тупо лазить. Сталкерить идем. Сталкерить. Кстати, сейчас я тебе покажу одно место. Увидишь, там типа мост над дорогой. И там типа железная дорога вроде еще есть. Так, и куча понял. Заброшенных заводов. Я понял, там мы, я тебя вижу, что мы сидели как-то гуляли туда. А, да-да-да, вот это он и есть. Ну так можем сходить или нет. Короче, сейчас вам покажем. Или я... Хотя я вроде был, там уже показывали, нет. Короче, не знаю. В общем, снимем, а потом посмотрим. Вот такая херня еще. Бисквольтная вышка или что это? Лэп. Вот там дальше вообще типа село, короче. Мы с пацанами летом там проходили, там страус был. Тут короче, реально, летом страусы тут бегают. Я аж охерел, страус. В центре Николаева. Там что-то растет, смотри. А вон куры. А нет, то не куры, то гусь сидит или что-то. Куры. Гусь, куры. Короче, хрень всякая. И свалка. Это город, в котором я живу. Идем мимо парка, короче. Правда, немного не ухоженный. Густой, правда, немножко лесочек. Ну как густой? Два дерева таких стоит именно. Экскурс по Николаеву, да? Да, экскурсия. Вот это экскурсия у нас будет такая. Кстати, мы разделись, это жалко. А если вот квадрокоптер так запустить, чисто вот эти? Это пролетит нам, надо стрелять. Оп. Не, я говорю, потом монтировать этот автомат. Да-да. Было бы плохо. Ну, кстати, вот стой, я вот стой не ходил. Донатьте Валерчику на новые фички. Ну, вы держитесь. А идеи есть. Короче, реально, проводим сегодня экскурсию. Не забываем донатить, подписываться на канал и ставить лайки. Самое смешное, что это все в центре Николаева. Не, наоборот, это как типа окраина считается. Ну, намыв, он, это вообще-то... Тут раньше, короче, вот эта вся территория тупая, это я история, типа. Тупо намывалась, тут речка была, тут воды, наверное, по пояс было. Это все намывалось, тут строились заводы, жилые дома и так далее. У нас, кстати, еще была проблема на этом намыве нашем, райончик, как называется. Что там, типа, песок вот этот, что намыли, его вывозили оттуда. И помню, милиция, короче, воевала с этими чувачками. Что приезжали, тупо песок увозили. Сейчас вроде не увозят. Мы, кстати, там камыши полили. Ссылочка на видео в описании. Посмотрите. Так что вот так. Сейчас будем везде лазить, все показывать. Самое интересное и неинтересное, тупо влог, короче. Влог будет называться разговорный, короче. На ногах. На ногах, внутри. На ногах. За гаражами, на ногах. Под гаражами, на ногах. Такая вот хрень, вот такой вот мост. А вот это вот так прикольно, если вот так стать. Как там фотографии обычно делают. Как вы видите, рельсы типа немножко стерты. Поезда, значит, ездят. Вообще там заводы там находятся, они тупо уголь туда возят вроде как. Но это не точно. Все заброшено, короче. Сейчас камеру уроните, это четко будет. Заброшенная часть города. Вообще тут половина заводов работает, только просто половина территории типа не используется, вот такой. Видите, что-то гудит, значит что-то работает. Короче, я не знаю, куда мы зашли. Но тут прикольно, в принципе. Рельсы, короче. А прикинь, как люди тут живут. Вот дома и вот тут тупо рельсы. Это жопа какая-то. Нереальная причем. Прикинь, сейчас такие снимаем, и поезд выезжает. Такой, куку, ёпты. Нет, тут есть куда отходить. Куда мы зашли, я не знаю. Ну, я примерно предполагаю. Но я не в курсе, если честно. Это не такой уж большой райончик. И тут улицы параллельно друг другу идут, и все выходят к этой дороге. Еще одной железной дороге. Это уже... Хотя это тут все грузовые вроде линии. Или как они называются, я не разбираюсь. Еще поправьте мне. Вот такие вот тут вагончики приходят. Дальше там небулоны всякие, там уже заводы, которые работают. Блин, там был виноград, и мы его не сорвали. О, кстати. А тут, смотри, тут нормально можно трогать. Ай, ежевика. Смотри, какая классная. Только руки из-за нее будут очень... А не, она, видишь, она уже немного переспевшая, аж подсохла. Ай,
хули на пацан? Мне начинает становиться сыкотно. Типа, а куда мы зашли? Это вообще уже другая территория, другая локация. Куда мы зашли? Я же тебе говорю, вот тот лагерь дальше. Короче, мы в Тимподе. Бывший концлагерь на 30 тысяч человек умерших, да? Нет, он слева сейчас увидишь. У нас уже трое. Там дальше он в самом конце, вот там, где собаки стоят. Ой, так красиво. Валера, нам стоит туда идти. Тут так красиво, но очень сыкотно. Тут собак море. Да, нормально, вона хвостиком виляє, значит, ладно. А смотри, реально, как тут красиво. Да, очень. Но мы в том году не были. Ты сфоткал? Нет, я снимаю. Я снимаю на видео, нам прямо, алло. А есть чем отмахиваться? Серёга, ты портфельчик снимай. Неизведанной территории. Какой у нас все-таки убитый город, если так вот реально в таких местах лазить, где вообще нельзя лазить, не нужно. Опасно для здоровья. Боже, грибочки. Тут можно зайти куда-то. Реально, ты сколько тут грибов. Я не советую их трогать. А че они черные, лё? А, не пообгоревшие, вот такой грибан. Они хорошие. Это просто пить. Качественный контент, вы не понимаете. Можешь дома пожарить. Да? Да, я тебе сам. Спасибо. Каким-то чудо-образом мы вышли. На такую поляну. Кстати, если кому интересно данное место, вы хотите увидеть отдельное видеоролик об этом месте, именно о Тимводе. Как я уже сказал, это концлагерь. В 42-м году был. С 39-го по 42-й тут. 30 тысяч человек погибло, в общем. Я могу как бы подробно об этом месте рассказать, вам показать более конкретно. Мы с Серегой поработаем над этим видеороликом. Если кому интересно, пишите в комментарии, снять, не снять. И так далее. А пока будем дальше шляться. Может, что-то интересное снимем. Как обычно, видео без заката не видео. А это сидит уже там, сидят. Что там? Это что, ежевика? Вон там еще куда-то есть. Смотри, прикольно, можно туда пойти. Идете, да? Да. Вон гора какая прикольная. НК иди, я учусь. Вау. О, кстати, а мы походу сейчас к речке выйдем. Там я типа учусь. Короче, типа, ну да, типа учусь. И короче, там вид, кстати, классный, видно с окон. Там речка охеренная. Покажу, если мы дойдем. Вот почему мы сюда летом не пришли, у меня вопрос. Чем дальше, тем интересней. Я не был еще в таких местах, но тут нереально круто, короче. Тут по утрам, походу, туман стоит, классно. Что это такое? Мини-КПП. Запрещенная зона, проход запрещен. Давай вот тут походим тогда что. Короче, банда куда-то направляется, неизвестно, направлений. Ну тут красиво, согласись. Да. Да. Тут аккуратно. Шо? Смотри, тут была железная дорога, походу. Ну да. В каком-то году. В каком? Это было примерно в 1823, потому что там в документации было написано. Какой? На Википедии. Да, 1823. Тогда же были железные дороги или нет? Да. И Серега такой. Макс Корж, как я ночью сфоткал. Я потом фотку выложу на видео посмотреть. Короче, куда мы зашли? Я охерею. Весело. Но прикольно. Сейчас самое интересное начнется, когда стемнеет, нам надо вообще выходить отсюда. Я не знаю, что мы вообще будем делать. В общем, Серега, а что ты скажешь по этому поводу, а? Четко? Четко. Понятно. Там он цапельку можно снять. Цапля реально, он цапля. Ну, оно не будет видно, наверное, но все равно там он. Белая эта хрень. Тут микрофон оголимый, надо орать в камеру. Короче, мы лазим, приключения на жопу ищем, конечно, я снимаю видео. Да, Серега правильно говорит. Там, если выйдет, видишь? Почему эти камеры не захватят ту дымку, которая дальше? Да, дымка там. Ну, это туман, походу, не дымка. Не, там дымка, потому что кто-то топит печку, оно в печку нарядит. Ну, я не шарю, ты шаришь больше. Ну, вообще, я куплю камеру себе охеренную и буду снимать еще круче видео. Когда-нибудь? Когда-нибудь, да. Когда наберу 15 тысяч денег. Я еще хочу набрать 1000 подписчиков, и это видео, наверное, выйдет, когда будет уже 1000 подписчиков. Так что поздравляйте меня в комментарии. Быстро. Сколько там? Вы человек осталось? Да. Рита. А ты подписан? Ты подписан, алё? На кого? На мен? Нет. О-о-о, всё. Да я купила, но я забыла. Ой, всё понятно. Текай с городу. Всё. На меня реально подписываются. То 99, то 98. Типа тропинка?
Короче, до тысячи никак не дойдет. Классно, я еще в таких джинсах и в кроссовках. Убитых, правда, немножко, но ничего. Главное не убиться самому тут. В общем, места классные. Надо будет еще вернуться как-то. Вот отсюда вид получше. И вон речка. Вот так вдоль идет. Оп. Наверное, будем пытаться выходить сюда. Посмотрим, удастся ли нам это сделать. Если удастся, то вы это видео увидите. Если нет, то все. Короче, что ему сказать? Это жопа. Куда мы зашли? Мне уже это не нравится вообще в натуре. Нифига. Я надеюсь, видно на камере, но я еще включу подсветочку. Да, так, конечно, херово видно, но ничего. Я думаю, будет нормально. Короче, вот, чтобы знали. Мы идем вот по такому. А рядышком вот такое. И я чуть не потерял свой аккумулятор от Xiaomi, потому что он выпал из сумки. Это было бы самое обидное, если бы я потерял. А те уже ушли, нифига себе. Сейчас надо будет спасательную группу вызывать. Вообще надо отключить телефон. О, блин. Ой, жизнь набирает оборота, блин, так сказать. Вот. Класс, ты молодец. Я прошел через дерьмо, теперь идти обратно. Ты че? Пошли назад. Там камыши еще больше. Так мы можем дальше пойти, не? Нет. Ладно. Окей, как скажешь. Вот так и завершилась наша очередная прогулка. А как вы проводите свое свободное время с друзьями? Напишите в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Также спасибо тем людям, которые не забывают подписываться на мой канал. Дальше вы увидите много различных интересных видеороликов. Так что подписываемся, ставим лайки.